Итак, доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро. Сейчас я выхожу в Телеграм. Глава Ваешев. Глава Ваешев. И вы, пожалуйста, пока переходите по ссылочке, потому что нам очень важно развивать Телеграм-канал. Сегодня у нас пятый день недели. И прямо подпишитесь, пожалуйста, и делитесь со своими друзьями, со своими знакомыми. Те, кто хотят изучать Тору, даже если они пока не хотят, или они не знают пока, что они хотят. Бывает, что человек хочет, но не знает. Значит, всех подключайте к Телеграм-каналу, рассылайте уроки. Очень-очень важно. Есть прекрасно, уже 500 человек пользуются ботом Совета Рэбе. Это уникальное, уникальное вообще. Еще раз спасибо Максиму Перенчуку, который это сделал. Значит, уникальный этот прямо бот Совета Рэбе, 500 человек уже им пользуются. Я вам скажу так, что когда-то был такой, есть такой, его зовут Мартин Штерн. И Рав Лазар, Бер Лазар, он очень хотел позитивно на него повлиять, потому что сам Мартин Штерн влияет на очень много молодежи. И Рав Бер Лазар, он хотел на него повлиять позитивную сторону, потому что любой позитивный сдвиг Моргенштерна, он позитивно мог повлиять на многих молодых детей, людей и спасти кому-то даже жизнь. Значит, поэтому его было в этом намерение. И он ему подарил книгу «365 советов Рэбе». И Моргенштерн, который в тот момент был в каких-то там запоях наркотических, алкоголических, мне прислали даже кусочек его интервью, он говорит: «Рэбе, я взял эту книжку и понял, вот это свет, вот это свет, меня это спасло в тот момент из глубочайшей депрессии». Значит, действительно, эта книга «Уникальные советы». И мы сделали сейчас бот «Совет Рэбе». Ты можешь «Совет Рэбе» 365 советов, 365 дней, и ты можешь очень то, что я пользуюсь, например, что я в какой-то момент дня, ты нажимаешь «Случайный совет Рэбе», и это не случайный совет, это в этот момент Всевышний дает тебе какой-то луч света, какой-то тебе дает подсказочку, которая тебе может в этот момент очень сильно помочь принять решение, как-то понять, что ты не один, всегда с тобой Всевышний, и Он всегда с тобой разговаривает. И это понятный разговор такой, понятный позитивный разговор. Все, так что подписывайтесь, когда вы заходите на канал Ваикра в Телеграме, то там вы в описании канала видите ссылочку на этот бот. И вы можете там же на этот бот подписаться. И мы сейчас делаем новый бот, где будет еще в Мишле все притчи царя Соломона, точно так же 31 глава, 915 отрывков. И с вами будет разговаривать Всевышний и через Рэбе, и через царя Соломона. И, значит, когда вы с ним вступите в этот свой личный индивидуальный диалог, тогда вы, может быть, поймете и вокруг, что он всегда с вами разговаривает. А мы изучаем недельную главу. Сейчас недельная глава Ваешев. И после истории с Иудой и с его, значит, он женился на Тамар, и она родила уже Перец и Зерах, это те, от кого пойдет Машиах. Уже, значит, в мир пришло семя Машиаха и возвращает нас Тора к... А что же с Юсефом? В Юсеф, урат Мицраима, а Юсефа в этот момент спустили в Египет. Он в такой яме. Само слово Мицраим от слова цар. Цар — это усти, зажатый. Царот — это неприятности. Мицраим — это то, что тебя сжимает. И его, значит, сжало в этот... Прямо его опустило в этот Мицраим. Как вы думаете, сколько людей умирало, строя эти пирамиды? Мы сейчас ходим, смотрим пирамиды, там, о, пирамиды, прикольно. А там миллионы людей просто лежат под этими пирамидами, рабов, которых они заставляли эти пирамиды строить. И вот, значит, спустился он в Мицраим. Вайкнео Патифар, Сарис Паро, его купил Патифар. Это имя такое, Патифар, древнее египетское имя. Значит, и он был евнух. Сарис — это евнух. Значит, то ли он был, и, знаете, тоже была раньше жизнь. Хочешь, типа, у царя поработать? Значит, ну а что, выбор есть, нету выбора. Ну хорошо, значит, идемте, будем тебя сейчас принимать в должность. А какие тут правила, какие должностные инструкции? Вначале мы тебя все хозяйство обрежем и сделаем тебя евнухом. А почему? Ну а так, а вдруг тебе там жены Паро понравятся? Значит... Он был евнух, можете себе представить. И он был сара табахим, он был министром
Табах это, как мы знаем, или это были те, кто резали скот, или те, которые резали людей, палачи. Потому что на то время палачи это были очень... Ну, вся власть держалась... Вообще все поколения власть держалась на страхе. Они людей просто за людей не считали. Люди были в то время вообще никто. Вот еще до последних там несколько сотен лет люди простые, это были как животные, рабы такие, да, и кто только вообще голову поднимал, сразу эту голову обрезали на всякий случай. И был вот этот фараон, был главный по обрезанию голов. Он был египтянин, и он купил Йосефа себе раба из рук Ишмаэлим, которые его туда привезли. Значит, говорит нам Малбим, комментатор, он нам говорит, что зачем нам это второй раз написано? Нам же уже до этого мы знали, что его продали в Египет. Он говорит, чтобы нам показать, что Всевышний был все время с ним, что это вся эта была система, она была под контролем, под присмотром Всевышнего. И был Бог с Йосефом, написано. И был Бог с Йосефом, и был он Иш-Мацлиах, и был он человек, которому везло. То есть, когда Бог был с ним, ему везло. Ваее бебет Адонав Амицри. И был он в доме господина его египтянина. Объясняет, следующий отрывок, да, интересно. Ваера Адонав, и увидел его господин, да, представьте, купил он себе раба. И смотрит, у него везде то, чем этот раб занимается, все получается. Вот есть такие люди, вот прям, коль Маша Ясе и Ацлия, все, что он сделает, у него отслаха. Даже если он неправильно за что-то берется, у него все получается. Значит, он обратил на это внимание. Раньше люди были намного более внимательны. Вот это главное отличие, которое было между людьми, про которых мы изучаем 4000 лет назад, и нами. Мы перестали быть внимательными и осознанными к тому, что происходит в теле, например, к тому, что происходит вокруг. Нет вот этого состояния присутствия и осознанности. Раньше люди были более внимательны, потому что не было ничего одноразового. Можете себе представить, ничего не было одноразового. Каждая вещь передавалась из поколения в поколение. Было очень мало вещей. У человека был один костюм, например, да, и они рассматривали каждую детальку. Вот эти вот раньше были там... То, что сейчас антиквариат называется, вот человек мог мастер год делать какую-то вещь, да. Он каждую знал детальку своей этой вещи. И, значит, увидел его господин, что Йосеф во всем везет. Ваера Дунавки Ашем и то. И увидел господин, что Бог с ним. Выколь Ашер Уаса Ашем Мацлиах Баедо. И все, что он делает, Бог Мацлиах, Бог дает этому удачу. Устная Тора нам говорит... А как он увидел, что это именно все от Бога? Как он увидел, как мог увидеть его господин, что Бог вместе с ним? Как? Говорит нам Раша, комментатор. Он говорит очень все просто. Йосеф обо всем говорил, ему говорят, Йосеф, пойди там корову подай. Он говорит, с Божьей помощью, сейчас Имар Це Ашем, если Бог захочет, так будет хороший удой. Приносит два ведра молока, говорит, два ведра принес. Они говорят, ну Йосеф, ну ты молодец. Он говорит, какой я молодец. Все с Божьей помощью Всевышний дал мне. То есть повод его, как увидел господин, что Бог с ним. Потому что, говорит нам устная Тора, он все время, Бог был у него на устах. Он все время говорил с Божьей помощью, слава Богу, Бог поможет и так далее. Есть, я когда-то слышал очень красивое объяснение. Рав Йосеф Брадбекер, он объяснял разницу вот в религиозном мире, люди религиозные такие, ортодоксы, да, в Израиле. Когда ты ему говоришь, давайте встретимся там завтра. Он говорит, Безрат Ашем, с Божьей помощью переводится, да, с Божьей помощью. Или он говорит, Имар Це Ашем, если Бог захочет. И он объяснял разницу, почему иногда говорят, Имар Це Ашем, если Бог захочет, то да. Или иногда говорят, с Божьей помощью. Он говорит так, есть вещи, мы делаем какие-то вещи, какие-то планы свои, какие-то цели. И если эта цель или этот план, который человек задумал, он это делает потому, что Бог сказал это делать, то есть это заповедь. Например, там надо купить масло для зажигания ханукальных свечей. Да, вот я завтра пойду покупать, Бейзрат Ашем куплю, с Божьей помощью куплю. Почему? Потому что это же божественное дело зажигать свечи Хануки.
А еще мне надо пойти купить картошки. Ну, им Ирце Ашем, если Бог захочет, попадется хорошая картошка. Понятна разница, да? Когда дело это не заповедь, тогда мы говорим, если Бог захочет, так может это у меня такой план, у Бога другой, не получится. Может да, может нет, непонятно. А если это заповедь, или если это дело, которое я делаю, например, почему говорят, возьми Бога в партнеры, в свой бизнес, через десятину, десятую часть выделяй от прибыли на божественные разные вещи, да? Потому что в этом случае все, что ты делаешь, у тебя есть партнер Всевышний. Тогда бы с Раташем, с Божьей помощью сделаем и преуспеем. Так вот, значит, Йосеф, его Бог был всегда с ним, потому что Йосеф был всегда с Богом. И все, что он делал, Бог Мацлех Беадо, у него была удача сверх нормы. Бывают люди, которые все делают правильно. И если они делают все правильно, то у них есть удача, которая, это такая нормативная удача, да, то есть он делает все правильно, он делает правильные вещи в правильное время, и у него получается. Это называется природный успех, да, назовем это так, природный успех. Теперь, но есть человек, он делает все неправильно, он, значит, вообще, то он, ну, то есть, давайте приведем пример, кто делал что-то неправильно, ему повезло, да. Ну, возьмем мы, например, возьмем какого-нибудь художника, да? Были художники, которые очень красиво там рисовали, все. Потом приходит там Пабло Пикассо, да? И он начинает рисовать некрасиво и неправильно. И он человека увидел в кубике, да? И ему повезло. То есть, как-то вот он сумел убедить мир, что вот эти вот его закорючки, да, какие-то квадратики его непонятные, да? Они как бы, они красота, красиво. То есть это называется, когда сверхприродная удача и везение. Так вот, у Иосифа у него было сверхприродное, да? Все, что он делал, Ашем Ацлех Беадо. То есть он брался за вещи, которые, даже если это было неправильно, все равно у него все получалось. Ваимца Йосеф Хен Беинав. И он нашел приятность в глазах своего господина. И господин взял его в Вайшарету Тог. Его господин взял его, чтобы он обслуживал его. То есть он говорит, все, хватит коров доить, хватит там это самое. Ваевкидео альбейто, веколь ешло натан бедо. Веколь ешло натан бедо. И поставил он его над своим домом. И все, что у него было, значит, он дал ему в руку. Ваее, и было Мас, и вкиду то бы то. И было с тех пор, как он его поставил главным над своим домом, да, главным управителем, и над всем, что было у него, не только над домом, но над всеми своими полями, там, какими-то землями и так далее, то, что он был очень богатый, был этот его господин. Вэварэх Ашем эт бэйт мицри бигляль Юсеф. И благословил Бог дом египтянина из-за Юсефа. И было благословение Всевышнего на всем, которое есть у него в доме и в поле. Значит, здесь, ну, мы читаем текст, думаем, ну, просто текст, ну, какой-то текст. Ну, дом у него, ну, поле у него, ну, все. Значит, устная Тора нам объясняет уникальные вещи здесь скрыты. Например, первое, я когда-то, когда учил эту главу, я отсюда взял главный такой, один из главных законов в бизнесе. Что нельзя, чтобы один и тот же человек отвечал за доходы и за расходы. То есть здесь это, где-то здесь запрятано, что дом – это место расходов, то есть это место, где человек тратит деньги, отсаот, его как бы расходы, а поле – это его доходы. И вот этот фараон, Патифар, он поставил Йосефа главным и над доходами, и над расходами. А вообще по классике, по Торе надо разделять. То есть один отвечает за доходы, второй отвечает за расходы. И тогда тот, кто главный над ними, да, он контролирует. У меня, я помню, первый мой бизнес был, я когда изучал Тору, я понял уже до этого, что мой подход не очень правильный. Когда я стал религиозным, я решил, что буду строить всю свою жизнь только по Торе. И потом был у меня первый бизнес, у меня было четко. Один человек отвечал в бизнесе за доходы, а второй отвечал только за расходы. И они друг с другом никак не взаимодействовали, как разные кассы. Этот доход, все, что приходит, он отвечает за приход денег. Все.
Второй, вот деньги дошли, дальше второй отвечает только за расходы. Очень удобно было. Хорошо. Значит, вот этот Патифар, он когда увидел, что у него растет имущество, растет везде успех, он говорит, ладно, я вижу, что Йосеф, это из-за него все это растет, я могу на него положиться. Веазов Коля Шерло Бьяд Йосеф. И он оставил все, что у него было в руке у Йосефа. Вело Яда и Томи Ума. И он расслабился, говорит, хух, слава Богу, значит, могу я дальше заниматься своими какими-то вельможными делами. А чем занимались все вот эти вот царедворцы? У царедворцев одна задача. Это ближе подобраться к царю и воевать с теми, кто хочет ближе подобраться к царю за место вокруг вот этого царского стола. И все время бояться. То есть все цари, мы дальше увидим, фараон это был такой архетип царя, да, архетип властителя, который властвует через страх. И не того, кого выбрали, а тот, кто власть держит и ни в коем случае не хочет ее отдавать. И фараон, он все время кого-то наказывал. И там дальше будет в следующей главе, что было два царедворца. Два было, один был сар этих самых, который разливал вино, который один ответственный был за алкоголь у него, у фараона. А второй за хлебные изделия. Значит, и они... А они, значит, оба там что-то сделали не так, и обоих кинули в тюрьму, и обоих потом, значит, одного фараон приказал казнить, а второго освободил. То есть вот эти вот фараоны, там, диктаторы, цари, они все время кого-то должны убивать из своего окружения, чтобы все боялись. И вот этот царедворец, он все свое имущество оставил в руке Йосефа, и сам он, значит, пошел отдыхать. Не отдыхать, а пошел на вот эту свою главную работу. Значит, и он ничего не знал, вообще он ничем не интересовался, понял, что все в надежных руках. Ки им алехем ашер уохель. Только он оставил себе хлеб, который он кушает. Значит, хлеб, который у него кушает, здесь как раз хлеб. Есть такая метафора в Торе, что хлебом называют жену. Почему, я не знаю. Но он говорит, вот эта жена у меня только, это то, что... осталось в доме, зачем я наблюдаю то, что меня касается. А остальное, все это хозяйство, все к Йосефу. Он всех послал к Йосефу. Ваей Йосеф яфе тоар ваяфе маре. И был Йосеф прекрасен станом и прекрасен видом. И на этом заканчивается сегодняшний отрывок. Но здесь очень-очень сильно спрятаны тоже такие глубокие вещи. Вот в этом, что Йосеф был красив станом и красив видом. Говорит нам Раши такой комментарий. Он говорит, что почему случились с Йосефом, значит, все несчастья следующие. И был Йосеф яфе тоар. Говорит Раши прям дословно. Потому что, значит, он себя увидел, Йосеф себя увидел правителем. Он стал не рабом, он стал правителем над всем огромным домом и хозяйством этого министра. И он увидел себя таким правителем. Значит, начал он кушать тоже, как богатые люди, как царедворцы. Пить начал, как богатые люди, как царедворцы. И начал он мисальцель бесаро, начал он очень ухаживать за своим внешним видом. И сказал Всевышний, то есть какое это влияние оказало на жизнь Йосефа. Мы давайте посмотрим то, что он начал обращать внимание на свою красоту и получать удовольствие от вот этой вот жизни. Сказал Бог, папа твой в Митабель, он в скорби, да, а ты волосы тут прихорашиваешься, да, папа твой в скорби, а ты волосы прихорашиваешься, я, значит, на тебя сейчас натравлю медведя. И следующий начинается отрывок, начинается с того, что у Йосефа начались огромные-огромные неприятности. Такие неприятности, что он еле от них вышел живым. И здесь мы видим вот этот вот очень важный закон сохранения энергии в жизни человека, да. То есть, если у человека есть неприятности какие-то, да, то есть тяжелые какие-то события, это значит, что или же он сейчас расплачивается за то, что где-то раньше делал неправильно, или он сейчас получает урок для того, чтобы выйти потом на какую-то очень хорошую высоту. Но вот этот вот момент количества удовольствия, количества страданий в жизни, он все время у человека
подравнивается, да, подравнивается каким-то, по каким-то небесным законам. Теперь мы видим отсюда, что Йосеф, который он сильно пострадал, его братья бросили в тюрьму, в яму, продали и так далее. Он страдал, 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 но он, значит, имя Всевышнего на его устах, все будет хорошо, с Божьей помощью там все. Потом его продают в рабство, ему тяжело, 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 потом он поднимается на вершину. И здесь в этот момент он мог сказать, значит, ну, значит, Всевышний так сделал, это понятно, что это план Всевышнего, но я сейчас все равно, папа страдает, я здесь все-таки на чужбине один, я не буду слишком радоваться, потому что, ну, и не буду слишком кайфовать здесь, да, некрасиво, что-то здесь не так. И он мог бы, если бы он не начал прихорашиваться, там чуть-чуть себя, может быть, вести как-то, там, как вельможи ведут себя египетские, может быть, у него не было бы следующей неприятности. Но он слишком начал вот получать удовольствие, и, значит, пошло все вниз. Поэтому даже когда все хорошо, нужно радоваться, но нужно то, что, как я понимаю, есть очень хороший, это называется, метод, да, такой метод. То есть, когда тебе хорошо, ты должен передавать это хорошо другим людям, сделать хорошо, чтобы ты стал проводником этого хорошо для других людей. Если ты не держишь это добро для себя, а передаешь его другим людям, окружающим, то ты как бы проводник добра, да? Что мог здесь Йосеф сделать, мы не знаем. Но нам не зря устная Тора показала вот эту вот закономерность, что именно из-за того, что он в момент, когда его папа страдал, а он в этот момент кайфовал, рассматривал себя в зеркало там и занимался какими-то вот этими внешними украшениями, то Всевышний сказал, нет, это неправильно. И у него начался следующий период больших страданий. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Чтобы мы, значит, помогали другим людям, снимая их страдания. И в этот момент человек, возможно, он как будто бы, ну, сопереживая с ними, он сам себя снимает. Я думаю, может быть, такое тут тоже есть. То есть очень важно быть, если Всевышний вам дает добро, благодарность, благодарить Всевышнего, чтобы имя Всевышнего всегда было на устах. И передавать это добро, когда он вам дает, максимально сделать добро для других людей. И третье, взять Всевышнего себе партнером во все ваши бизнесы, доходы и так далее. То есть, чтобы десятую часть, которую Всевышний дает вам, вы передавали тем людям, которые нуждаются вокруг вас. И в конце закончу смешным анекдотом, мне он очень нравится, расскажу вам сейчас смешная такая история. Был один религиозный парень, который решил, что главное для него в жизни это учить Тору. И он сел в ешиву и учился, все, только буду учить Тору. Значит, и была девушка, дочка одного олигарха такого, да, очень богатого. Она решила, что она хочет выйти замуж только за очень духовного парня, который посвятил себя духовному росту, изучению Торы. И она, значит, через Шатханим, познакомилась с этим парнем и привела его к своему папе. А папа такой олигарх, такой прям бизнесмен, такой торговец у него там, ну вот торговец такой, да, и он этому сыну, этому своему зятю потенциальному говорит, вот скажи, говорит, ну вот моя дочка же, она привыкла жить в богатстве с детства, ну вот как ты будешь ее обеспечивать? А этот парень, он говорит, вы знаете, говорит, если суждено, чтобы она стала моя жена, так Бог поможет. Папа говорит, что Бог поможет? Значит, скажи мне, как ты собираешься машину покупать? На чем она ездить будет? Она привыкла, я ей каждый год покупал Мерседесы, там, машины. Как ты будешь ее обеспечивать? А этот парень говорит, вы знаете, говорит, если суждено, чтобы она стала моей женой, так Бог поможет. Бог дал день, Бог даст пищу, Бог даст жену и Бог даст, как ее содержать. В общем-то, там еще пару вопросов, а у него имя Всевышнего, как у Йосефа на устах, все время Бог поможет, чего я буду думать за Всевышнего? Раз Всевышний мне дает жену, значит Бог поможет ее обеспечить, и детей обеспечить, и все. В общем, уходит этот парень, дочка заходит, спрашивает папа, папа, ну как? Он говорит, ты знаешь, говорит, ну конечно, он странный, говорит, но мне приятно, что он меня Богом называет. То есть, он говорит, конечно, я буду продолжать помогать, конечно, я буду продолжать обеспечивать, но по факту мы знаем, что у Всевышнего очень много вариантов, как помочь человеку, как дать человеку под
Раз Всевышний этого ребенка привел, вот люди, когда я женился, приезжала мама моей жены тоже, мы жили первое время, я учился вот так в Ешиве, был вот точно как в этом анекдоте, парень, и мы жили в квартире там на четвертом этаже, вообще без мебели я снял квартиру, вообще не было мебели, диван какой-то был с улицы, собрали этот диван, забрали, и жена, она, значит, на него сделала сама из ткани, она умеет все руками делать, сделала на него такую накидку из ткани, и приезжает ее мама. А до этого мы жили в Москве и жили на Арбате, я ездил на рейндж-ровере, а тут вообще вот все, вот бедность, бедность такая. И мама ее приезжает, а жена у меня, она была замотана вот так вот, юбку сделала себе, она сама себе шила юбку из ткани, там все. И, конечно, была теща моя в ужасе, она была просто в ужасе. И я точно так же отвечал: Бог поможет. Бог поможет, и я знаю, что, видите, Бог помог. Бог помог во всем, слава Богу, спасибо Всевышнему. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, и чтобы мы изучали Тору, действовали по Торе, молились, и главное, знали, что Бог поможет во всем, раз Бог дал день, даст Бог и пищу, и все, что нужно помимо пищи. Все, хорошего дня всем, чтобы было Рефуа Шлема, Александр, Бен, Эмилия, Рита Батбася, все, кто нуждается в выздоровлении, чтобы Бог помог выздороветь. И чтобы было Лейлу Нишама Борух Бен Авраам, значит, и все, кто поднялись, если у нас близкие какие-то поднялись в тот мир, чтобы то, что мы учим Тору, чтобы им тоже дало там хорошее место, чтобы им сказали: да, ваши потомки учат Тору, значит, молодцы, вот вам хорошее местечко там на небе. Все, всем пока, до завтра.